Друзья, всем здорово, с вами как всегда Бамбук, Лундичка Панда. Ну что, welcome, добро пожаловать ко мне в гости. Да-да, симулятор качка, лифтинг симулятор 3. Говорили, что забанили его, нифига не забанили. Я нашел, ребят, полностью работоспособный, ребят, плейс. Сейчас с вами пойдем качать битки. А то я какой-то слабенький, вы смотрите. Блин, как давно я не играл в симулятор качка. Если что, залетайте. Рабочую ссылку я оставлю в комментариях там. Ну и, конечно же, в описании. С меня видос, ребят, на качка. Ну а с вас, как всегда, бамбуковый лайкос. Ну а также напишите, когда еще сделать, ну если вам нужна какая-нибудь раздача фруктов, либо еще каких-нибудь плюшек. Ладно, полетели. Будем смотреть, что у нас тут есть. Да, конечно же, у нас есть железо, ребят. Смотрите, на единичку. Это мы можем биться. Ёлка-балка, смотрите, какие худые руки. Руки просто жесть. Ну, я могу бить, ребят. Давайте кого-нибудь нагнем. Пойдем сейчас кого-нибудь нагибать. Так, двоечка, это... О, вот это гантельки, ребят. Погоди. О, он их по очереди, смотрите, качает. Одну, вторую битку. Где-то у меня там просто согнаны. А, вон они, культяпочки, ребят. Вон они, культяпочки. А что так по много? Я по 25 сразу фармлю. Так, еще также у нас есть коды, ребят. Погодите. Мне сразу же админ выдал здесь коды. Так, нет, это нам туда не надо. Первый код вот такой. Лимон Демон. Лимон Демон. Окей. О, мы гемасики с вами подрубили. А также супер код, ребята, 500. Да, получается 500 визитов. О, еще, отлично. А, ну-ка, давайте. Фига себе, я качнулся сразу. А что, так можно было, что ли? А жалеть, вон у меня там башка, смотрите, какая уже мелкая. А жалеть, вот это нормуль. Так, погнали, ребят, теперь кого-нибудь нагнем. Так, мне, правда, надо бы еще и скорость прокачать, статы. Кстати, что тут есть, смотрите, крепкий, дюрабилити, это у нас выносливость, агилити, баф еще и высота, да? О, вот чел, смотрите, чел, здорово, иди сюда. Иди сюда, капец, мелкий убегает. Смотрите, бекон. Блин, я не знаю, это подписчик мой, нет? Братан, если ты мой подписчик там, тогда сорян. Ну я обязан его просто догнать. Смотрите, он убегает. Иди сюда. Иди сюда, те, кому говорят. Так, сейчас мы его зажмем, друзья. Смотрите, с этой стороны. Он уже мелкий, 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 мелкий. Бум! Так, я его бахнул. Нет, я его не бахнул. Я сам, по-моему, что-то упал. Вставай, дружище. Короче, я его бахнул. Так, смотрите, у меня теперь появилась еще возможность отжиматься. Отжимаемся, ребят. Надо подкачаться, надо. Так, а здесь у меня что это? Дюрабилити, наверное, да, прокачивается? А вот это? А вот это мы топаем. Да, это скилл. Это единичка и четверочка, это атакующие скиллы. Ладно, понял. Нифига себе, какой теперь просто здоровый, ошалеть. Так, давайте посмотрим дальше. Реберт. Что мне нужно на реберт, ребята? Так, 10 тысяч силы. Угу. Потом будет еще ревард плюс 1000 самоцветов и плюс 5% силы даваться. На пятерочку, понятно. Так, есть у нас здесь, нет, нам сюда не надо. Это у нас геймпасики есть, это у нас есть гемасики. Это есть временные какие-то бусты, понятно. О, меня там кто-то бьет! Ёлки-палки, меня кто-то вырубил! Эй, иди сюда, будем разговаривать. У него, наверное, больше, чем у меня. Я, кстати, нет, я его перегнал. Так, скины, друзья, есть. О, петы есть, ошалеть. За гемасики, ребят. Смотрите, какие крутые петы. Плюс 30 силы, плюс 50. А женщина за 3000 гемазов дает дюрабилити. Так, скорость. Гемов больше дает. Санта-Клаус плюс 55. Да елки-палки, меня там кто-то вырубает. О, это не продается, смотрите. Это, видимо, на Хэллоуин. Так, ну-ка, иди сюда. Погодите, ребят, сейчас мы докачаемся и вырубим этого чела. Так, тихо, вот он бежит. Иди сюда, братан. Иди сюда, будем сражаться. Ёлки-палки, он меня просто ваншотает. А как у меня сон... Ой, нифига себе, меня как... Выгнуло, просто, ребят, выгнуло. Там какой-то чел лютый, ребят. Просто какой-то чел лютый. Так, смотрите, 500 перерождений. Это спунки джим. Понятно, тут также, смотрите, есть еще различные локации. Вон туда можно попасть. Так, сюда сколько требуется перерождений? А, coming soon, это какая-то стройка. Это что у нас, с Рагуля, что ли, нет? Не знаю. Так, давайте, наверное, я попробую. Вот здесь, давайте возьмем какую-нибудь. Ну-ка, во, штанга. Ну, нормально. Маленечко ее здесь как-то в кость, в кривь, в бровь, да? О, кстати, мне здесь по 8 дают. А почему мне здесь по 8 дают? Плюс 9.
А, чем дальше я, наверное, прокачиваюсь одним из инструментов, тем больше. Теперь плюс один сила. Либо там какой-то рандом, ребят. Либо просто какой-то рандом. Давайте в Бравл сыграем. Зайдем, посмотрим, как там все сделано. Хочешь? Конечно, хочешь. Погнали. Так. Сейчас, надеюсь, челики сюда залетят. И мы здесь попробуем кого-нибудь дать леща. Так, какого-то чела, ребят, к нам закинуло. Так, пробуем, пробуем. Так, на четверочку давайте топнем разок. Давай, 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 давай. Капец, а че он такой мелкий? Погнали, ребят. Кстати, написано за приз, ну, точнее, за первое место нам даст, ребят, 100 гемасов. Только я здесь его пока не могу дамажить. Да, вот, все понял. На ринге теперь могу дамажить. А где он? Капец, чел только что был и куда-то делся. Запрыгивай давай ко мне, а то я здесь один. Во, ребята, он. Вот, ну-ка, четверочку. Разок топнем. Вот это я топнул, ребят, я сразу его вырубил. Но, понятное дело, там, видимо, чел зашел просто первый раз. Так, давайте попробуем вот эту штангу еще возьмем. Так, и у меня... О, у меня 3600 уже. Так, штанга есть. О, как штангу там тягает, ты мой красавчик. Смотрите, как прикольно. А, я ее даже не трогаю, ребят. Смотрите, магия вне Хогвартса просто. Какая красота, да? Так, на беговую дорожку станем... побольше. Где она у нас? Да, скорости немножко не хватает. Во, надо вон те потом еще будет взять. Так, скорость. 9. Что-нибудь качается у меня? Нет. 9.02. Так, ну-ка, статы заходим. Вот, наверное, агилити это вот это, да? Да, вот у меня агилити, видите, прокачивается. Это durability. Крепкий, это значит, сама сила, скорее всего, да? Высота у меня 6.62. Ну, посмотрим потом, какая будет, да? Так, единственное только, давайте я гляну, хочу посмотреть еще раз по питомцам. Я вообще ничего не могу взять. 3000. Могу вот этого взять, который скорость будет, да? Либо 4500. Вот, 3500, ребят. Вот этого могу. Максимально усиление 20%. Скелетон. Так, а здесь плюс 7 силы за каждые 1,3. Либо это еще 1,3 добавляет. 3500. Бог ты мой, смотрите, 45 тысяч силы. Рипер. А вот этот вот за 100 тысяч гемасов. Так, давайте, короче, пета возьмем. Первого, ребят, пета. Так, дюрабилити, выносливость, наверное, нет. Давайте все-таки возьму я вот этого, ребята. Финклетон какой-то. А, купить. Отлично. И кьюб. О, перерождение ему еще можно сделать. Еще уровни нужны. Ошалеть. Так, вон мой пет, ребят. Я какого-то эльфа купил. Да, получается, купил эльф. Так, меня там опять кто-то бьет. Тихо. Аккуратненько, ребята, аккуратненько. Я здесь просто пытаюсь подкачаться. Так, а это что такое? А, это инвайт друзей. То есть можно пригласить еще также сюда и друзей. Бог ты мой, меня опять вырубили. Башка просто крутится. Святой бамбук, что это было? Так, мне нужно срочно, ребят, подкачивать. О, мне теперь гораздо больше сила фармится, да? С питомцем-то, да? О, у меня еще буст внизу 1.4. А, это из-за того, что друзья зашли. Да, ко мне заходят друзья, из-за этого у меня больше буст. Ну, по ходу дела, да. По ходу дела, именно так дела у нас и обстоят. Так, вот такая у нас есть зона. Написано Тини Зон, типа для нубиков. Только с маленькой версией можно туда зайти. Ну-ка, меня пустит? Нет? И вроде бы пока пускает. Ну, у меня башка такая мелкая. Мелкая башка, дай пирожка. Не, вроде бы нормуля сюда попала. Это пляж. Вообще похож на стандартный симулятор качка, да? Который смайл-симулятор. Это как его? Лифтинг-симулятор, да? А, нет, дальше меня не пускает, друзья. Смотрите, все, дальше меня не пускает. Это надо либо мне просто становиться мелким. Смотрите, кто-то идет. Зелененький Зора, ребят. Идет зелененький Зора. Попробуем его топнуть. Один разок. Нифига он разлетелся. Хе-хе-хе. О, опять меня вырубили. А я его, кстати, почти убил. О, тихо. Потасовка начинается, ребят. Начинается потасовочка. Забегаем, попробуем сейчас еще немножечко срубить. О, смотрите, меня закинуло, ребята. Еще и у нас день-ночь поменялся. Закат какой-то, ошалеть. Так, а где у нас челы какие-нибудь? О-о-о, челика, ребят, закинуло. Блин, а почему они такие мелкие, а я такой здоровый? Иди сюда, братишка. Прости. О, нифига себе, он какой-то прокачанный, кстати. Я могу его еще бахнуть? Бэнчик. О, я его почти убил.
Блин, тут самый прокачанный, по ходу дела. Только я по нему так не попадаю. Ладно, тогда мы его будем топать, наверное. Соточку мне дастся, нет? О, все, я его вырубил, ребят. Да, я вырубил. У меня уже 200. 200 гемасов. И вместе со своим другом, ребят. Смотрите, мой какой маленький маленький. Я его могу с другой стороны поставить? Я его не могу. А, вон он, вон он. Там вообще какая-то девка, по-моему, что ли. Ладно, понятно. Короче, две штуки мы с вами затащили. Смотрите, Big Boy Beach, типа, мол, пляж для настоящих больших качков. Ребят, качки, я иду к вам. Причем, смотрите, здесь вот если по краям так посмотреть, куча локаций. Вон там локации. Ну, понятно, этот, это где там у нас, мы сейчас сражались на арене, да. Вон там другие какие-то локации. У нас какой-то блок с фрут здесь, смотрите, со всех сторон просто. Вон там куча. Здесь под замочком еще можно зайти. Ну, там нужно просто прокачиваться, поднимать реберды. О, красота. Блин, мне кажется, что-то здесь больше блинов. И либо блины здесь тяжелее, чем вот здесь, нет? А? Так, ну, поскольку здесь будет даваться у нас по 3 силы, да? И также мы, кстати, пета своего прокачиваем. Ну-ка, где мой питомец? Питомец, питомец, мой пет. О, у него уже 3-й уровень, ребят. Смотрите, 3 из полтишка. Здесь у него опыт есть. А здесь он скорость, что ли, добавляет. И перерождение. О, я за 1000 его еще могу заребердить, ребят. Смотрите, ревард, 3-й уровень. А, и требуются самоцветы. Косарь. Ну-ка, с самоцветами здесь вообще, ребята, трабла. Ну, надо как бы, не знаю, как надо админу будет написать. Как получать здесь самоцветы? Только за реберды, наверное, и за вот те PvP битвы, да, которые у нас есть. Так, все здесь, короче, я прокачал. По статистике у меня уже практически 5 косарей. Здесь 7400, агилити. А, все есть, ребят, да, все есть. Можно прогуляться, конечно же, на пляж. Так, ну-ка, вот эта штанга, вот она, наверное, еще больше. Смотрите, вот эти две вообще здоровые. Ёлки-палки, да мне сюда даже не залезть. Браташка, ты где там? Браташка, подсади меня, я сам не залезу. Башка мелкая. О, залез. О, ошалеть. Это, по-моему, самая большая штанга, которая тут была. Ну, понятное дело, когда я залазю, здесь уже более-менее. И, кстати, она тоже куда-то вправо. Что-то их все куда-то вправо, ребят, тянет, да? Так, а здесь еще больше дается мне силы, либо нет? Поскольку там было у нас... И, кстати, здесь не надо покупать ничего. Кроме питомцев, я так понял, никаких инструментов, ничего не надо. Короче... Ставим на ночь автокликер и просыпаемся, будем самый здоровый и самый сильный. У меня 4900, ребят, елки-палки, я на первом месте, кстати, да? Да, кстати, я на первом месте, и вон мои киллы. А, это киллы, наверное, общие, не на этом, да? Не знаю. Давайте 5000 с вами. 5000 с вами сможем. А, нет, это киллы отдельно есть, смотрите, киллы. И здесь вот есть бравлы. Сколько вот я победил, 2 бравла. Но я только сел играть. Не знаю, друзья, вам понравится? Если вам понравится, давайте я буду дальше снимать. Мы будем здесь какие-нибудь чемпионаты устраивать, будем кого-нибудь нагибать. А и будем пробовать здесь дальше прокачиваться. Ладно, первый видосик я буду уже, ребята, заканчивать. Если вам понравится, опять же, поставьте там лайкос. Окей, ссылку оставлю в описании, кто захочет, обязательно заходите и пофанитесь поиграть. А я пойду, наверное, еще кому-нибудь раздам люлей.